В детстве больше всего увлекался техникой, машинами, тракторами, кораблями, военной техникой. Нравилось изучать их устройство, рисовать. Скорее всего, отец мне привил любовь к футболу. Часто смотрел футбол, играл во дворе, как и с отцом, один на один. Ну, все любят зарубиться с батей, как говорится. Уже со школьных лет начал заниматься научной деятельностью. В 11 классе на республиканском конкурсе «Техноинтеллект» занял 2-е место с разработкой мобильного приложения «Презентация в кармане». Участвовал в республиканском конкурсе «100 идей для Беларуси», получил хорошую оценку судей и являюсь призером этого конкурса с разработкой мобильного приложения «Физический калькулятор». Есть такая интересная вещь, как письмо «Будущее», которое пишется в 4 классе. И вот я в 11 классе перед ЦТ открываю это письмо, а там написано, что я бы хотел в будущем стать спецназовцем или спасателем. Почему я получил стипендию президента? Во-первых, это учебная деятельность. На протяжении всех семестров учебы в университете я получал только оценки 9-10. Также это научная деятельность. Участвовал в большом количестве конференций. По-моему, их больше 20. Имею большое количество публикаций, их около 30 будет. И, конечно же, это общественная деятельность. Самым лучшим достижением общественной деятельности, на мой взгляд, является участие в параде войск Минского гарнизона к Дню независимости Республики Беларусь 3 июля. Влад однозначно командный игрок. Природная скромность, определенная застенчивость дает ему те бонусы, которые обеспечивают полное управление командой. Если мы будем говорить про некие роли, то Влад – это мозг. Интеллект, порядочность. Он интересуется очень многими вещами. Человек очень многогранный и очень разносторонне развитая личность. Я очень много занимаюсь спортом и часто пропускаю занятия. И нам задают выполнять расчетно-графические работы. И если ты пропустил занятия, то ты не знаешь, как выполнять. И есть Влад, который всегда придет на помощь, он поможет, он подскажет. Мы как-то делали курсовой проект по технической механике, и у меня возникло 1000 вопросов, потому что это же так сложно. И, ну, я даже не думая, сразу же обратилась к нему. И он мне так объяснил эти вещи, все просто разложил по полочкам. Когда я узнал, что Курсатов Тухович стал стипендиатом президента, я не был удивлен, потому что он является дисциплинированным, ответственным курсантом и достойным представителем нашего учебного заведения. Президентская стипендия – это не только деньги, это еще и признание, что вы поступаете правильным образом и нужно двигаться также в этом направлении. В дальнейшем хотелось бы заниматься разработкой технических средств, которые помогут защитить людей от чрезвычайных ситуаций. Как по мне, хотелось бы получить работу в научно-исследовательском институте МЧС.